Всем привет, с вами по-прежнему Bloodlines, и мы проходим дальше Outlast наш. Наверное, вы уже заждались, конечно же, серии, потому что я давно не делал, уже были перерывы, но на это была причина, в принципе. Что там, лифт вызовет? О, лифтер полетел, походу, плохо починил лифт, его скинули, походу, оттуда. Ладно, в принципе, давайте дальше проходить, смотреть, что же будет в этой игре. В игре, я думал, ух ты, падла какая-то лезет там. Что он делает? Ух, он меня не видит? Надо спрятаться. Так, кто у нас тут срет? А ну, пахом выходи отсюда, подлый трус. Так, тут никого. Что я хочу сказать об игре? Игра интересная, офигенно. Witness, жертва. Хоть бы бумагой туалетной подтерся бы. Тут руку не смыли. Так, ладно. Что я хочу сказать? Игра офигенная, можно сказать. Мы пришли в больницу. В больнице мы в этой... Хотели что-то расследовать, но у нас не получилось. И нас какой-то толстяк просто сбросил нас со второго этажа. Что это на... А, это наклейка просто. Ага. Нас просто сбросили со второго этажа, и ничего мы толком не узнали. И теперь мы хотим, как последний трус, просто отсюда смыться. Это, конечно, не мужской поступок, но... Так, вот эта карточка, которую мы нашли. Но придется смываться отсюда, ничего не узнав даже тут. Хрен его знает, что будет дальше. Так, вот мы и нашли, кстати, диспетчерскую комнату, в которой будем сейчас... Смотрите, камера. В которой сейчас будем открывать двери, чтобы вообще выйти отсюда, потому что все двери на электронных замках. Кофейку бы он хлебанул целое. Ух ты! Ты чё, ты кто такой? Я тебя не... Опа, свет вырубили, все, приехали, дорогуши. Так, перезапустите генератор в подвале. Новое задание. Спрячьтесь в шкафчике. Не пытайтесь драться. Хорошо. Это первый раз, что мы прячемся. В этой игре можно прятаться. Не знаю, вы, наверное, смотрели у многих других уже летсплейщиков это прохождение. Ух ты, глядя, он дверь нахрен выбил. Вот эта падла, кстати, меня кинула в прошлый раз, если я не ошибаюсь. Пуч какой-то хрен. Так вот, в этой игре можно прятаться, но... Ой, надо аккуратно, смотрите, он вроде ящики там... Поросенок, я тебя отыщу, шлюшка. Я тебя сам отыщу, шлюшка. Да я тебя, знаешь, что я с тобой сделаю? Ты просто не представляешь себе. Я тебе наращу волосы. На тебя снять для моего порно-видео. Ух ты, смотрите, мы когда его снимали... Смотрите, мы сняли и что-то записали в заметку, да? Информатор. Так, ладно, он ушел. Короче, если я знаю, что тут можно будет прятаться. Под кровати, под... Ой, блин, он там еще... Под кровати можно будет в ящики прятаться тоже. Что-то он быстро исчез. Так, ладно, а куда же нам идти? И что я вам скажу, если мы спрячемся... ну, нас заметят, когда мы будем прятаться. О, чувачок. То... О, документы. Документы читать не буду. Если нас заметят, то... Ну, смысла уже не будет прятаться, так что... Они просто сразу нас загасят. Так, все, тут ничего нету. Наверное, возвращаться надо обратно, идти в подвал, потому что я там видел... Я в подвал, кстати, зашел. Смотрите, как темно, да? Очень темно. А, вот. Вот и подвальчик. Батарейки мы не будем тратить, так как они нам понадобятся еще потом. Так. Генератор надо, да, запустить? Надо сюда пролезать все-таки. Куда же тут идти-то? Смотрите, везде. Что я хочу сказать? Эта игра очень напоминает фильм Рек. Ну, запись называется. Если по-русски. Кто там? Что там такое? Если вы смотрели, ну, этот фильм, там тоже, там тоже такая же фигня была. Можно было для запуска генератора включить два бензонасоса. Центральный. А, и центральный выключатель. Кто смотрел, может помнить, что такой зеленый, как бы прибор ночного видения был в конце фильма. Я, конечно, вам не буду спойлерить, что там было, но фильм просто обалденный. Если кто не смотрел, обязательно посмотрите. Есть испанская версия еще. Называется репортаж. А, вот, смотрите. Это генератор, да? Что-то типа генератора. Батарейка. Вот батарейки надо не пропускать. Что там такое? Что там в двери? Воу, воу, воу. Воу, тикаем, тикаем. Так, я не знаю, что там, но лучше... Блин, лучше спрятаться. Вот под кровать можно спрятаться даже. Не знаю, зайдет он сейчас сюда или нет. Но очень прикольная система тут... скрываться, вот видите, можно и под кровать, можно и в ящичек спрятаться. А в чем же прикольно? Это, кстати, напоминает, знаете, так, он сюда не зайдет. Это напоминает, кстати, мы проходили игру такую, очень
старенькая она, 2010 года, вот еще второй, да? А, называется, не помню, как называется, короче, там тоже под кроватью можно было прятаться. Так, аккуратно. Эй, что-то мы быстро тут. Так, тихо. Где? Опа! Блин, под кровать прячься. Фу. Ёпт, он нас не заметил? Вот он, смотрите, вот он. Нет, 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 нет. Носки одень, холодно, по полу простудишься. Нет, нет. Ой, фу, блин, тут нет нифига. Ой, ладно, ничего страшного, лазим. Так, батарейку надо всунуть новую, потому что сейчас зарядка кончится. Так, где же ты, где же? Так, а где центральный выключатель? Я смотрю, он сломал дверь вот тут. И, наверное, мы попробуем сюда пойти. Ой, бля, он заметил, походу. Блин, зачем же я бежал? Так, есть, сюда. Ё-моё, зачем я же я пробежался? Ручки, опа. Так, но он меня не видел. Он не должен сейчас меня просто с-под кровати достать. По идее, не должен. Пальцы, ногти. Еще один призрак. Фух. Блин, эта игра вообще просто вылитый Манхант. И Манхант тоже, если вы не видели, то вы просто, наверное, школьник. Очень большой школьник, потому что... Хотя, не буду оскорблять, может, для кого это оскорблением посчитается. Но Манхант старенькая игрушка, я ее в свое время проходил. Там тоже были такие же воськи, мы ходили... А, вот, смотрите, рычаг. Отлично. Блин, как же тут темно. Все, можно, в принципе, идти насос включать. Так вот, там тоже такая фигня была, там надо было прятаться постоянно, практически всю игру. Мы были там, как на лезвии ножа, как бегущий человек. Ну, может, кто-нибудь... Эй, что дверь закрыта? Может, кто-то не туда зашел? Стойте, а как же... Вау! Вау! Так, спрячем. Он нас не заметил? Он идет сюда? Ах ты ж козлина, надо спрятаться. Блин, ну почему ты именно сюда идешь? Ладно. Пока спрячемся. Так, ну я надеюсь, он сейчас в этот момент хоть не выйдет. Мне уже надоело просто. Он в одну и ту же этот подходит. А ну-ка. Там вроде бы дверь должна быть открыта. Вау! Ух ты ж, бляха, муха, беги, беги, беги! Форест, беги! Так, 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 так. Идемте к генератору, может он света боится, в принципе, и гнило. Так, есть, включил. Где? Прыгаем сюда. А, паркур. Так, блин, надо... Зачем я батарейку вставил? Блин, не на ту кнопку нажал. Так, возвращаемся обратно. Вот он. Где, где, где дверь? Вот она, дверь. Есть, отлично. Все, мы включили. Теперь можно спокойно, смело в диспетчерскую бежать и включать, ну, как бы, двери. И все, и мы выбрались. И все, игра пройдена, да? Это было бы так легко, да? Да, было бы легко. Но нам шприц втыкают прям в сердце. И мы просто падаем. И хотим кофейка выпить напоследок. Прости, сын мой, я тебе вколол. Я не знаю, что ты, что не вколол? Слабительное, наверное, я сейчас буду срать. Я так с тобой поступил. Короче, все, у тебя желтые, фу, воняет со рта, почисть зубы. Смотрите, спецназовцы сейчас крутые такие, ага, мы зашли. И как фейри, смотрите, их просто... Он одного забрали, второго. Кто это? Кто это вообще? Что это? Только не говорите, что мне с призраками придется еще сражаться. Это же просто будет вообще малафьяная струя. Бульк. Видели в лужу прям кровишки? Ах, так хорошо. Хорошо. Ну что будет дальше, интересно, в этой игре? Это пока начало. Что такое? Что это было? Что это было вообще? Так, мы просыпаемся. Что там ахаешь ты? Ты что, фапаешь там? На руку посмотрел. А не фапнуть мне час, он такой за бородов. Ну, почесался только. Где это мы? Зачем этот чувак нас вообще... Куда он нас поместил? Так, я всегда беру с собой видеокамеру. Или как там? Блин, не... Я всегда с собой беру видеокамеру. Так, где это мы? В какой-то палате. Помните, заметки добавляются в блокнот. Нахрен мне заметки. Эй,
Эй, алло. Опа. Можно вас снять для моего нового репортажа? Ух ты, он мне дверь открыл. Или... Что это было? Спасибо, чувак. Спасибо. Так, куда ты пропал? Отойди, отвалит меня нахрен. Так, надо... А ну, может их просто записывать? Или как? Я это потом сам себе режиссер отправлю, можно? Тут вообще стекла нету. Блин. Так, он убежал. Он дверь, наверное, за собой как всегда закрыл. Ну да, это классно, это супер. А, оказываемся мы в какой-то больнице, в тюрьме в какой-то, да? Я смотрю, три этажа тут. Что, бля? Что это? Ты что тебе там? Темплгин дать? Тебе больно? Болит? Что с тобой? Что с твоим лицом? Ты Эйван пользуешься косметикой? Не надо. Она пагубно влияет на детский организм. Пекинесса, ты что, кто это? Наверное, один из людей Мартина. Кажись, нервничает. Это... Чуваки, можно к вам погреться? О, я бы его грохнул, говорит. Не, я пошел, чувак. Не, вы мне не нравитесь. Какие-то вы странные. Нас тут хоть не тронет никто? Выглядишь, как будто призрака увидел. Я увидел, знаете кого? А ну, дай мне эту улицу посмотреть. Ух ты, блин, он меня толкнул. Ты че, ты на каком районе? Ты на кого наезжаешь? Ты? Ладно, не хочет целоваться. Так. А это что за... Непонятное существо без члена. Говорят, это наука, но все не так. Они ждали нас прямо здесь. Билли понял, что они были тут. Да. Ничего не ясно. Да твою дивизию, гребаный телефон. Куда нам идти? Все двери. Оба! Здравствуйте, как дела? Вы какой зубной пастой пользуетесь? Пастой беззубья называется. А это что делал только что? Он что, головой бился? Правильно. Вот так, такая же моя реакция была, когда я посмотрел, когда мне друг сказал, что он с девушкой Дом 2 смотрит. Опа, что это? Палата. А потом я также лежал, спал. Ладно, хорошо. Давайте все двери обыскивать, может что-то найдем. Ух ты, проход? Или что? Опа, я нашел проход, друзья. Мы нашли проход. Отлично. Вообще скажу, офигенная игра просто. То есть мирно не дергайся, что это. Ух ты, бля! Ух ты, вы чё? Ты... Фу, что с ним? Что они делают? Они что, жрут? Или они его ж... Они его жахали! Фу, они безголового ж... Всё, я пошел отсюда. Чё, нравится пялиться, придур... Фу, они трахали... Труп. Я думаю, чё у всех тут ноги расставлены? Опа, смотрите. Что у нас еще открывается? Ну, ух ты, смотрите, следы. Что у нас тут еще появляется? Да, мы можем даже под стенами ходить. Вау, круто. Круто, тенечка просто. Водичка. Посмотрите, ну, ой, блин, графика все сделано. Что такое? Я кончу с тобой. Куда он побежал? Может, он за мной побежал? Ладно, насрать. Так, идите по кровавому следу. Вот, follow the blood. Эй, что за фольговая комната? Milky Way, фольги насобирали, обклеили комнату, да? Milky Way, не знаю, там шоколадки есть с фольгой. Я просто не курю, не знаю. А может и курю? Нет, не курю, я пошутил. Так, вниз по стоку, говорит, за кровью нет пути, так... Так, я понял, что down of the drain, нам сюда. Стрелочка показывает, что нам сюда. Это хорошо. Дверь открыта, смотрю. А тут закрыто. Нам, наверное... А, вот, нам сюда надо. Но дверь закрыта, друзья. Что же делать? Давайте сюда пройдем, посмотрим. Я надеюсь, тут никого нету. Не, нету. Это хорошо. Это были не эксперименты, а ритуалы. Темная магия. Они нам... Смотрите, я думал, в принципе, эксперименты какие-то ставили тут над людьми. Вы просто посмотрите, как Пудж выглядит. Ну, то есть не Пудж, а это толстяк. Как он выглядит... И вообще, все остальные, они какие-то бешеные. И вообще, они мне напоминают, знаете кого? Ой, ой, слушайте, это свой или... Ой, 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 тихо, 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 чувак. Он убил только что полицая. Кстати, заметьте, у нас тоже тип тут реагирует на движение, на все такое. Ну, а ну-ка. Ой, дружбан там стоит. Наши крови как мы все хотели выбрать. О, да, бля! Ой, вали, 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 вали! Вали, бля! Вали! Твою дивизию! Как же он нас заметил-то?
Воу! Он бежит за нами. Куда прятаться? А ну-ка, шкафчик. Давай. Есть, успел? Пожалуйста, скажите, что... Нет! Какого хрена? Пошел нахрен с моего жилья, падла! Дай мне в шкафчике поспать. Куда бежать? Куда бежать? Давайте хотя бы сюда. Блин, зачем же я останавливался? Надо было бежать. Они тут не останавливаются. Ай, блин, зависает. Что зависло-то? Лёх, у меня же играет, не зависало. Я же... Давай. Блин, есть хоть... О, есть шкафчик. Давай быстрее, я думаю, он не успеет. Есть, все. Фух, успели. Отлично. Чтобы выйти, нажмите клей. Нет. Только не... Нет, пожалуйста. Не подходи ко мне. Я обиделась. Уходи. Пошел прочь. Изыди. Фух. Я вот не знаю, а че он этот шкафчик не проверил, а именно тот. Ну, по крайней мере, ладно. Что-то тут он. Что-то он панель какая-то. Бэмс. А, вот мы открыли, кстати, дверь. Follow the blood. Следуй за кровью. Отлично. Так, все, нам надо выбираться отсюда. Воу! Ты как обратно-то? Ёпт, как же он обратно развернулся-то? Он же там был только что. Ладно. Вот он. Падла. Ну давай. Что ты хочешь? Ты хочешь мою сладкую попку? Ты ее не получишь. Она только для меня. Так, он опять ящик тут проверяет. Друзья, не знаю, в принципе, наверное... Ох, Юрки. Юрка, да, Шатунов. Наверное, будет сейчас каждый день выходить эта игра, потому что все уже прошли, я не знаю, как-то... А я гоню, я... Так ее долго ждал. Ну, в принципе, я не сильно ждал ее, потому что я думал, что будет игра говно. Конечно, поначалу я ждал, просто мазался кичунезом от нее. А сейчас я ее затягиваю так долго. Что ты делаешь, чувак? Дверь ломать. А сейчас я... Так, давайте обратно. Вернемся, а то вдруг он нас заметит. Заметит? Есть, он прошел. А теперь я ее как-то долго-долго растягиваю, хотя... Обещал в понедельник. Будет! Тихо, валим. Отсюда нахрен. Сразу сюда. Отлично. Все. Освежите меня, дезодорант Амакс. Ну что, друзья, думаю, на этом эта серия подходит к концу. И ждите следующей. Думаю, мы разберемся, что да как. Серия будет каждый день выходить. Может, завтра даже две выйдет. Сегодня, блин, опять у меня дела были, не успел. Но если вам понравилось, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И вступайте в группу ВКонтакте, там все новости наши будут постоянно опубликоваться. Так что всем пока, всем удачи, с вами был BloodLinus, пока-пока. А также заходите на канал Let's Play хорроров и веселых игр под названием Шельман. Можете ссылочку в описании посмотреть, много разных видосов интересных, подписывайтесь.